Куда я вообще попал? Везде вокруг меня какой-то страшный и очень опасный лес. Может, попытаемся отсюда выбраться? Еще и болото, какое-то болото страшное. Вокруг лягушки, вода и трясина. Главное не свалиться в эту трясину, потому что если я сюда попаду, то, скорее всего, что погибну. О, отлично, вроде бы перешел. Так, нужно выбираться отсюда. Здесь, по-моему, еще что-то я видел. Вот у нас и деревня! А, отлично, я нашел какую-то деревню. О, всем привет, ребята. Меня зовут Алан Убик. И сегодня мы с вами будем искать себе новое жилище. Злые монстры напали на мой супер защищенный домик, уничтожили его и практически уничтожили меня. Но мне удалось вырваться и убежать от них. Сегодня мы с вами попробуем найти себе новый домик и сразиться в будущем с этими злыми монстриками. Мы им с вами обязательно отомстим. Но если вы поддерживаете меня, если вы считаете, что злым монстрам нужно отомстить за то, что не уничтожили мой домик, обязательно поставьте свой крутой и мощный лайк, потому что без вашего лайка у меня, конечно же, ничегошеньки не получится. Вот я вижу сдалека здесь деревушка есть какая-то. Мы с вами попробуем найти пристанище именно в этой деревушке. Я думаю, что добрые люди мне обязательно должны в этом помочь. Ну а вы, друзья, обязательно также подписывайтесь на мой канал и обязательно нажмите на колокольчик для того, чтобы всегда знать, когда у меня выходят новые видосики. Серий у нас будет много, поэтому, чтобы их не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Ну а я буду надеяться, что в этой деревушке все-таки найдутся добрые люди, которые смогут меня приютить. Добрый день, а вы не подскажете, что это за деревушка? Куда я вообще попал? Добрый день, наша деревня называется Трансильвания. Трансильвания? Серьезно? Значит, у вас здесь должно быть очень много злых вампиров. Нет, здесь нету ни одного вампира, они на нас не нападают. Сейчас на нас нападает злая ведьма. Она периодически забирает местных жителей, присылает сюда злых пауков-тарантулов, которые нападают на нас, которые воруют наш скот и все приносят своей королеве. Ого, то вам тут сложно живется, наверное, да? Да, очень тяжело живется. Прошлой ночью забрали нашего бургомистра, который следил за порядком деревни. И теперь без него, скорее всего, что все местные жители поразбегаются по лесам. Ой, как бы мне этого не хотелось. Я, если честно, потерял свой домик и теперь ищу пристанище. Хотел попросить пристанище у вас, потому что мне негде ночевать. О, слушай, мы можем с тобой заключить договор. Мы тебе предоставим домик, и ты будешь жить вместе с нами, но за это ты должен спасти нашего бургомистра. Если честно, идея мне, в принципе, ваша понравилась, но дело в том, что у меня нету ни оружия, ни припасов для того, чтобы сражаться с этой ведьмой. Если бы вы мне чем-то помогли, возможно бы я и взялся за эту работу. Но это, в принципе, не проблема. Если ты согласен взяться за эту работу, то справа от тебя есть полуразрушенный домик. Здесь ты будешь жить, попробуешь его восстановить, это будет уже твой личный домик. Также мы тебе поможем и подкинем тебе инструментов и еды для того, чтобы ты сумел выстоять в сражении против этой злой ведьмы и ее тарантулов. Все боеприпасы ты найдешь в полуразрушенном домике, но тебе нужно поспешить, потому что как только наступит ночь, злая-призлая ведьма опять на нас нападет. Я все понял. Ладно, я постараюсь как можно быстрее уничтожить ее и спасти вашего бургомистра. Спасибо вам большое за все. Домик, если честно, такой себе. По-моему, здесь нету ни одного окна. Да, посмотрите, все окна заколочены ставнями. Но правда, есть кроватка, паутины немножко есть, трава растет. Это нужно все будет убрать. О, у нас тут даже сундук есть. И в сундуке есть все инструменты, наверное, которые я могу взять. Они помогут мне сразиться со злой ведьмой для того, чтобы спасти этого бургомистра. Давайте мы оденемся. О, круто. У меня теперь есть, ребят, посмотрите, что есть. Вообще огонь. Есть у меня лук, а это у меня что такое? Заряд демонической молнии. Ого, ничего себе, даже еще один заряд демонической молнии у меня есть. Ну, в принципе, я его, наверное, поберегу, потому что мало ли, вдруг на меня кто-то будет нападать. Ну, и мы, конечно же, зарядим этой молнией. Отлично, хорошо. В принципе, я оделся, домик мне нравится. Я его немножечко восстановлю и буду здесь тогда уже жить, поживать и добра наживать. Но для того, чтобы здесь остаться, мне нужно как раз-таки спасти этого бургомистра, который находится в плену у злой ведьмы. Ну и в этой стороне я надеюсь, что мы с вами найдем пещеру. Здесь есть какой-то лес, какие-то холмы. Что-то мне подсказывает, что вот как раз-таки, наверное, эта пещерка и есть. Я уже потихонечку восстановил себе голод. Сейчас еще чуть-чуточку покушаю, для того, чтобы уже полностью восстановить все свои сердечки. И сейчас мы с вами попробуем разведать. Так, наверное, вот это все-таки пещера, потому что... А, вот да, смотрите, тут сразу же зомби. Ребята, они очень сильные, очень какой-то быстрый зомби. Так,
А кто мне еще помогает? Посмотрите, тут мне еще помогает какое-то существо. Маленькое существо, оно, по-моему, мне помогало. Оно, наверное, с помощью моего меча вызвалось. Но в любом случае, этого зомбака я уничтожил. Еще один зомбачок. А ну давай, давай. Иди сюда, иди сюда. Ребят, я не знаю, как насчет пауков и как насчет ведьм, но зомби здесь уже очень много. Я уже практически двоих. Еще и мелкий какой-то зомби здесь появляется. На тебе тоже, на тебе. Мелкого большого. Всех бьем, 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 бьем. Давайте добиваем, добиваем этого мелкого зомби. Ну же, мои маленькие монстрики, помогайте мне, меня траванули, одного мы с вами уничтожили зомби, сейчас еще одного уничтожим, отлично, тут я уже очень много мышек этих понавызывал, которые тоже, в принципе, мне помогают. Давайте дальше пройдем, что у нас тут еще может быть, отлично, по-моему, осветляем, ничего нету, здесь у нас тоже ничего нету, паук, тарантул, ну, подходи, подходи ко мне, он, наверное, не умеет, наверное, лазить, что же, ты же паук, как же ты не умеешь лазить, на тебе еще, отлично, на тебе еще, на еще. О, ребятки, мы сейчас этого тарантула одного уничтожим. Получи, тарантул, получай еще. Ого, ничего себе, да сколько у тебя здоровья-то будет. Столько много здоровья, что я даже не знаю, как его уничтожить. Нормально, его уничтожили, по-моему, еще одну стрелу себе забрали. Ребят, прям на самом старте просто жесть, если честно. Здесь, по-моему, больше нет никого, давайте еще осветлим. А, еще один тарантул, ребятки, еще один тарантул. Нужно обратно же, наверное, его так уничтожить. Ну же, подходи сюда, вот он где, на тебе. Получай еще раз. Ну, две стрелы, три стрелы. Сколько стрел-то нужно выпустить? 4, 5, 6, 7. Да ладно, да сколько? 8, 9. 9 стрел. Это капец. Я не знаю, ли мне стрел здесь хватит с такими пауками. Надо восстановить немножечко себе еще все-таки здоровье. Скушаю еще один кусочек мяска, у меня тут есть. И еще одно золотое яблочко. Больше у меня нету боеприпасов. Будет очень-очень обидно, если меня кто-то здесь уничтожит из-за нехватки боеприпасов в организме. Зомби, еще один зомби, ребят, еще один зомби. Давайте, уничтожайте его. Давайте, мои маленькие, прималенькие птички. Гасите его. Это какие-то летучие мышки. Отлично, мы его тоже уничтожили. Ничего, по-моему, он нам не сделал. Хорошо, а здесь у нас что может быть? Здесь у нас обратно какой-то непонятный поворотик. И что тут есть за поворотиком? Скорее всего, что тоже есть у нас какой-то зомбачок, наверное. О, тарантул! Ребят, вот еще один тарантул. Два тарантула, вы видели? Там два огромных-преогромных тарантула. Вон он там еще есть. Давайте вот отсюда прям его уничтожим. На тебе еще. На тебе еще. Сколько тебе раз еще нужно стрелять? О, отлично. По-моему, он где-то должен сейчас копытиться. Ребят, я уже не знаю, сколько стрел у него выпустил, но мне кажется, что очень много. Так, а второй, что вернулся тарантул? Мы только одного уничтожили или что? Тут же еще один где-то был. Что, он и тут тусуется? Да, вот он тут есть, ребятки. Вот он здесь есть. На тебе еще, на тебе еще, вот тебе еще. Давай, давай, уничтожайте его. Ну же, стрелы мои. Маленькие стрелы, гасите этого злого-призлого тарантула, то он сейчас меня уничтожит. Ты что не нажимаешь, эта стрела? На тебе еще. И еще разочек, уже 9 стрел выпустил там него. Думаю, когда ты уже кони сдвинешь-то свои, а? Вот тебе еще. Эй, маленькие мои существа, где же вы? Где же вы? Уничтожайте крипака этого, кого-нибудь уничтожайте. Отлично, крипак уничтожил. Уничтожил двоих зомбаков, хорошо. Все получилось как можно лучше, да? Я сам даже не ожидал этого, но все у нас нормально получилось. Вот сюда нам нужно будет бежать, если что, ладно. Так, давайте здесь вот осветлим все. Ого, тут, по-моему, уже светло, что ли? О, ничего себе, тут у нас светло. А, тарантул, ребят, опять тарантул, злой-призлой тарантул. Так, вот где-то он здесь вот будет подходить. А, не то взял. Ладно, на тебе вот разочек, на тебе второй разочек, на тебе сейчас будет третий. 3 стрелы, 4, считаем, 4 стрелы. 5 пойдет, на 5 стрел, нормально. О, он не может пройти, он не может здесь пройти, оказывается. На тебе 5-я стрела, 6-я стрела. О, этого вообще нормально вынесли. Здесь у него даже и немного и здоровья, оказывается, было. Ладно, проходим дальше. Здесь у нас еще какой-то лабиринтик. Проходим дальше, что тут у нас есть? Здесь опять какой-то лабиринт. Давайте здесь вот еще все осветлим, чтобы было... А, ведьма, ребятки, ведьма! Ведьма, валим, ребят, валим! Да ладно, она сейчас на меня, наверное, нападает. Главное, чтобы она меня не тронула. Сейчас я один заряд в нее запущу, и потом, наверное, попытаемся ее как-нибудь с лука завалить. Вон эта злая-призлая ведьма. Ну, давай, иди сюда. Чё же ты не подходишь? На тебе, злая-призлая ведьма. О, отлично, ребят, я думаю, что мы ей нормально нанесли урона. На тебе еще. О, она уничтожает. Мы ее потихонечку уничтожаем. На тебе, ведьма, еще. Еще. Сколько у нее здоровья-то, а? Сколько у тебя здоровья, злая-призлая ведьма? У меня сейчас уже закончатся все мои стрелы.
На тебе еще разочек, она не может пройти, у меня еще 5 стрел осталось, ребят, 4, да ладно, что я ее не смогу добить, что ли, еще несколько стрел, на, 3 стрелы осталось, еще 2, да ладно, да сколько у тебя здоровья-то, злая-призлая, ты карга старая, на тебе еще разочек, о, все, ребят, больше у меня стрел нету, давайте мы ее в рукопашку сейчас будем бить, на тебе, уго, она очень сильная, но у меня тоже меч крутой, давайте мои питомцы уничтожаем, я ее и зарядом, и стрелами, и сейчас мечом еще бью, да сколько у тебя здоровья, злая-призлая, ты ведьма, о, классно, ребят, мы ее уничтожили. Это было что-то с чем-то. Вот этот бургомистр, мы его нашли, круто. Он сидел в ловушке, он сидел в тюрьме у этой злой-призлой ведьмы. Вот он где находится, бургомистр. Сейчас мы тебе попытаемся, сейчас мы тебе поможем. Ой, как я рад тебя видеть. Я думаю, что я здесь погибну, и эта злая ведьма меня уничтожит. Нет, не переживай, я тебе сейчас помогу. У меня тут где-то есть кирка, сейчас я тебя освобожу, и мы с тобой отправимся в твою деревушку. Подожди немножечко. Сейчас, я тебе помогу и вытащу тебя с этой тюрьмы. О, отлично, смотри, я здесь уже все разбил, нормально. Выходи, бургомистр, мы с тобой свободны. Ты следуй за мной, а я буду все-таки идти впереди, потому что злые монстры могут нападать. Если они будут нападать, у меня есть еще меч, я попробую им отбиваться, а ты не отставай и следуй за мной. Староста, посмотри, вот бургомистр, я его спас уже, я его вытащил из лап этой злой-призлой ведьмы, а ведьму уничтожил. Это очень хорошо, спасибо тебе большое за то, что спас нашего друга. Теперь ты можешь поселиться в нашей деревушке и жить здесь сколько сам захочешь. Мы тебе будем во всем помогать и поддерживать. Ой, как я рад, что все так получилось. Я к вам очень привык и буду очень рад жить вместе с вами в одной деревне. Ну а теперь я пойду попробую восстановить свой домик, посмотрим, что тут нам нужно сделать, потому что совсем скоро наступит ночь и как раз таки злые монстры смогут на меня нападать. А если я здесь все вот так вот заделаю, тогда эти злые монстрики мне ничегошеньки не сделают. О, отлично, ребят, в принципе, мы с вами уже здесь закрыли мой домик, изнутри он уже будет, так сказать, неприступен, потом мы с вами еще здесь все уберем и будем здесь жить-поживать и добра наживать. Ну а вам, ребята, огромное спасибо за просмотр, обязательно поставьте ваш лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, кто этого еще не сделал. Ну а с вами был Алан Нубик, всем пока!